На Магілёўшчыне адзначаюць дні вёсак. Паводле традыцыі робяць гэта летам у самую прыгожую пару. У вёсцы Туркі Бабруйскага района адзначылі дзень вёскі разам з гасцямі. Мясцовы храм у гонар Святой Троіцы наведала духавенства на чале з патрыяршым экзархам усёй Беларусі, мітрапалітам Вініамінам. У центре свята вёскі Туркі Бабруйскага района прыгожий сельский храм у гонор Святой Троицы. Его узвяли у першей полове 19-го стагодзя паны Булгаки с Жилічаў. Однако при конце 20-го стагодзя царква так потерпела от пожару, что удалось ей обновить только у 2013 годе. Головная каштовность храма у турках – образ Святой Троицы, який был калісьці у храме, потом, видать, поблукал по свете и вернулся у Туркі на родзиму, дякуючи ходим архимандриту Кирилу. У церкви прошел молебен, на пляцовце побач разгорнулася свято вёскі. И выставы, и мини-рынок, и, конечно, концерт мастацких коллективов. У турках для вяскоўцаў спевали народный ансамбль народной песни «Пярэзвы» районного центра культуры и народный ансамбль народной песни «Вясёлка» Бортниковского сельского дома культуры. На Бобруйской земле в каждой деревне есть праздник. И на третий день Троицы здесь, возле этого прекрасного храма Святой Троицы, проходит такой большой праздник. Коллективы художественного творчества со всего района приезжают поздравить, порадовать своим творчеством жителей этой вот малой родины, этой окрестности. Илона Иванова, Юрий Уласцов, новини региона.